Как все замерло. Морес, передача. Гол! Вот это номер! Худ! Огромного роста немецкий защитник. Здесь рост не потребовался. Просто координация. Там внизу собрал мяч. И первый гол забивает Лестер на 3-й минуте. Нам показывают сейчас, как радуются футболисты Лестера. Ну что, и кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Я молодец! Это Роберт Худ в чужой штрафной площадке. У Раньери совершенно кислая физиономия, как будто это не его команда забила. Давайте, ну, Роберт Худ пришел, бульдозер, проехал мощный. Хотя это, в общем, танк скорее, чем бульдозер, если уж разбираться. Второй гол забивает в чемпионате Англии. Но тут еще и рикошет небольшой, который, собственно, и помог Роберту Худу забить свой этот второй гол.